Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Глава государства призвал Евросоюз к новым санкциям против России, в том числе ввести общеевропейские визовые ограничения для граждан Российской Федерации, отметил Владимир Зеленский. В 8-м санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России, такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством. Если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если молча наблюдают за геноцидом в Украине, то у них не должно быть возможности использовать Европу для развлечения и веселья. Это важная нравственная вещь. Европа – это территория ценностей, а не Диснейленд для сторонников террора. И визовые ограничения это точно продемонстрируют. Свободный мир должен побуждать россиян к действиям против тех, кто начал эту войну. Кстати, это такая же ситуация, как и по газовым вопросам. Украина неоднократно предупреждала Европу, что сохранение нордстримовских связей с Россией будет проблемой, которая в любой момент может превратиться в катастрофу. Именно так и вышло. Визовая всеядность по отношению к гражданам государства-агрессора, финансовые связи с Россией, энергозависимость от России – все это вещи, которые в Москве используют против Европы. И я благодарен тем европейским лидерам, которые осознают уровень угрозы.